Метеориты падают! Уси наконец-то научились летать. Это инопланетного происхождения. Сожги этих инопланетян. Они не должны быть на нашей планете. Уси — это священное животное. Нормально, передел. Что правда, то правда. Давай, пусть север ляжет. Точно этого хочешь? Точно, точно. Всем привет, сегодня будем смотреть постройки злого гуся снова. Новые. Здрасте, здрасте. Да. Если там не будет Амогусов, то ну ты знаешь, что с тобой будет. Да. Где ты, гусь? Гусь, ты где? Я тут только пушки уйду. Я иду. Идем. Я иду, бегу. Загружай. А, у меня все зависит. Да ты. Почему я превратился в яйцо? У нас вылетел Арконус. Значит, он тебя не забанит. Бедный. Будем Арконуса ждать. Загружай, ничего страшного. Да ладно, он сейчас придет. Туда. Он нас догонит, давай, грузи. Начни, пожалуй, с Доры. Давай, грузи. Только свой. Дора очень лагучая. И механизм зарядки не всегда срабатывает. Это Дора Заухоград. Да. Арконус. Он хотел стать угорят, потому что это. Ай. Я уже вряд ли угораться. Так, все, он грузит. О, там я нарисован. Гусь. И Дора немножечко маленькая. А вышла. Почему она розовая? Ой, это серая. Розовая. Типа, это Джеймс же. Подождите. За Ухоград. Арконус, иди сюда. Иди ко мне. Надевай банданы. Я не понял, почему все гусями должны быть. Я хочу быть Амогусом вообще-то. Я не буду гусем. Перекрась белое в красный, а желтое, черное в голубое. А, моя рука не помещается, не видно твоего гуся. Значит, мне не надо. Вот, мяу. Тут есть очень круглые, прям прикруглые колеса. О! Гусиное колесо. Обалдеть, у тебя тут все из гусей состоит. За Ухоград. Гусиные колеса, что-то их тут многовато. За гусей, за Ухоград. Я не знал, что гуси живут в Ухограде. Да, гуси живут везде. Гуси это будут, да, они везде живут. Гуси — это священное животное. Гусям можно жить. Ладно, тут еще есть какая-то деревянное колесо. Или что это? Коробка. Круглая коробка. Где? Штуки. О, за Ухоград, и там я. Что-то я какой-то страшный получился, если честно. Какой-то монстр. Нормально. Нормально? Передел. Что правда, то правда. Нормально так нормально. Переделал. Сейчас все сделаю. Мне не нравится такой я. А вот уберешь этот стол. Мой стул, вернее. Какой стул? Да. Господи. Я только клей Короче, все, я больше не буду даже пытаться. Кто у тебя с рук? Все, я убрал с тебя страшного. Ой. Хоград. Хоград. Ладно. Что ты сделал? Просто я хотел, чтобы это было без страшного меня. Я не страшный, но то, что там было, оно было страшно. Тут есть все круглое, прицелы. Это Дора будет защищать Ухоград, все. Давай. Только Дора. Есть вопрос, ой, у меня есть вопрос. Какой? Можно ли мне как-то залезть в дуло, чтобы можно было мной стрелять? Я понял. Если снаряд правильно зарядится... Так, Арконус, мы будем снарядами, ясно? То да. Давай, Арконус. Я тоже буду. Давай. Нам нужно на стульчики садиться. Пойдем, брат. Мы будем лететь во имя. За Ухоград. А куда мы будем лететь? Сейчас, подожди. Это тестовый выстрел. Ой. Я даже вылезти не могу. Как я залезу? Ой, я думаю, я что-то сломал. Снаряд надо убрать, поможешь? Так, я сажусь. А зачем снаряд-то? Мы на нем полетим. Я понял. Я уже сжег все, что с ним было. Запускайте меня, я готов повертеть. Да стой. Это вражеская Дора, мы должны ее уничтожить. Но мы хотим из нее стрельнуться, чтобы уничтожить ее в полете. Короче, сейчас все увидишь. Я твое место займу, окей? Я тогда буду уходить сзади, я тут не даже залезть. Я готов. Когда будем стреляться, мы заморозим эту Дору и сожгем. И вылезем отсюда сухими. Все, я сел. Мы за фиксацию. Кстати, это небо видит. Снаряд неправильно залез. Вы слишком тяжелые. Короче, давай так выстрелимся просто. Ух ты, короче, тогда, ну-ка. И так сойдет. Сейчас все сделаем. Давай, затаскивай. Так, Линда. Я после уха за поли. О чем мы висим тогда? А, вот все. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, как вы поместились бы еще бы там? О, нет, мы застряли. Через нас просто по это прохожу. Типа... Просто залаки. Тяни назад. Берите коллизию. Поставьте коллизию ускорителя.
Летим отсюда. Чё-то мы даже полететь не можем. Бежим. Ё-моё. Сжигаем чё это тут всё. Видимо, я слишком всё смачно поел сегодня. Что? Всё, мы уничтожили эту Дору, можем валить отсюда. Стой, у меня есть идея, как отсюда свалить. Всё, Дора не может дышать. Как сильно лагает. Бежим на вот этом ускорителе. У Доры горит боеприпас. А, у меня лагает. Боеприпас взорвался у Доры. Она горит. Ой. Надо сначала замораживать, чтобы материал стал более гладким, а потом сжигать. И опять я в себя попал. Ой. Как убить тебя за 5 минут? Да реально у меня не получается кинуть именно в эту Дору. А чё огонь-то не, не горит, не сгорает? Мне пинг 10 тысяч. Блин, у меня тоже. Кто? А это красный, он начал раскладывать свою эту карту. Блин, я его кикну с приватки. Забанить его надо. Забаню. Ай, как больно лагает. Даже огонь не перестает гореть. Не, ну у меня еще 70 игровых FPS есть, так что все хорошо. А у меня вообще а один. А у меня одного FPS нету. Конечно, нет, не 240, как раньше, но все равно. 240 FPS. Это очень хорошо. Горит Дора у нас. А мы сидим без дела, даже не ремонтируем. Хотя вроде мы ее поджигли. Подожгли. А лаги дикие. Мне никогда так сильно не лагало. У меня лагало еще больше, если честно. Не буду говорить. Я помню, когда Roblox только когда ты еще раз фиксирует постройку. О, я прохожу по дулу Доры, и мне так... Даже не страшно то, что в любой момент может пролететь снаряд, и меня размажет в лепёшку. Мне даже не страшно. Лепёшка. Если я уберу... У всех всего это разморожило, и оно на колеса встанет, то сервер просто ляжет. Нам вот без этого, пожалуйста. Давай, пусть сервер ляжет. Точно этого хочешь? Точно. Наш сервер крашнулся. Ой-ой-ой. Я думаю, это нас потом забанят в Роблоксе за то, что мы устроили краш. А я уже не первый раз устраиваю, если честно. О, то челик удалился. Я не могу ходить. Я вообще ничего не могу. Я начал открывать, потому что... Я смирился. Настало время краша. Все, я расфиксировал. Это конец. Первый конец. Боже. А что разлагало? 4 FPS было, алло. Ура, я могу двигаться, и мне не так больно, как было. Ура. Нет, я могу двигаться, ура. Давайте унесем эту Дору в космос. Иди сюда, иди ко мне. Я знаю, как. Не надо, пожалуйста. Это фигня. Ё-моё. Я с Дорой вместе полечу. Пока. Давай, твоя постройка, садись. Что-то она как-то не хочет лететь. Я даже не включил. Она полетела, пока. Обалденно. Только я полетел. Я улетел. Летающая Дора, все нормально. Летающие гуси. Гуси наконец-то научились летать. Знаете, сейчас будет очень Аргонус, прикольно, если нажми на вот эту кнопку потом. Включись ускорители. Я буду выживать на летающей Доре. У меня какие-то не очень хорошие новости. Дора падает. Дора падает, Митя, за мной. Нет, а, я уже упал. Я камикадзе. Нет. Беги. Там что-то падает, горячее. Я улетаю. Горячая бомба. А, метеориты падают. Снаряд горящий. Что это? Это инопланетного происхождения. 100%. Это снаряд. Так, давайте все на летающую Дору. Давайте. Нет, давайте вот на этот летающий снаряд, который тут этот. Как сказать, неземного происхождения. Это капсула же. Инопланетянов. Это обычный снаряд. Это... Дора. Нет, это капсула инопланетян. Нам нужно ее отнести. Всё, Дора полетела. Опять? О чем ты Дору запускаешь в космос? А еще как долго немцы строили? Сейчас на землю верну. Арконус, туда инопланетяне к нам прилетели. Давай, Гарпун. Да я видел. Их надо это поджечь, чтобы они горели. Они так горят. Пусть горят еще сильнее. Не, да нужно с ними контакт и выпросить у них бобуксы. Ты в меня, парень? Зачем мне в тебя стрелять? Что-то удали лучше эту Дору, а? А, ты ее удалил? Не надо. Нет, инопланетяне тогда пропадут. А вон где Дора. Интересная турбина. Сейчас я уберу коллизию Доры, чтоб она испарилась. Сожги этих инопланетян. Они не должны быть на нашей планете. Они светятся. Пофиг, это очень красиво. Ай, ты своих поджёг. Что вы делаете? Нет.
инопланетяне погибли. Почему у меня сердечки не пропадают? Надоел уже эффект зелья. Что вы делаете? Понимаешь? Гусь. Я подписался еще больше на Гусь, как ты такой, боже, как я люблю сын. Нет, я не знаю, зелье не кончается уже 5 минут. И все из-за этого гуся. Она вообще должна была забрать? Вы смотрели, я покупать зелье. Ты сам меня попросил. В смысле? Я не просил меня бросать розовые зелья. Так, гусь, за то, что ты кинул любовное зелье в ухо, ты карайся. Сам себя. Ладно. Меня это уже раздражает, серьезно. Во, все, гусь, теперь горишь, как огонь. Все, а. Ну, я говорю, как гори, как огонь! Загружай следующую постройку. Что-то мы долго Дору смотрим.